Привет, друзья! Вы на канале Иду Доплей. Мы продолжаем играть в игру «Спасти девушку». И у нас здесь есть такое задание А и Б. Давайте по А посмотрим. А идет сюда. Да, это буква А. Конечно же, А. Так, смотрим, правильно ли мы выбрали. Да, правильно. Буковка А. Следующий уровень. Ой, пчела какая, громадная пчела. Очень большая пчела. А, что же делать? Давайте цветочек возьмем. Вот, и она пускай на цветочек сядет. Отлично. А мы отправляемся дальше. Так, мы девушку смогли спасти. 62 уровень, ребятушки. Давайте пойдем посмотрим. А что же здесь будет? А, какую дорогу мне выбрать? А или Б? Так, А, давайте посмотрим. А, так. Нет, Б. Выбираем Б, конечно же, Б. Так, вроде бы все правильно. Нет? В смысле? Так, не Б. Так, ладно, давайте выбираем А тогда, значит. Хорошо. Давайте выберем А. Идем. Поворачиваем. И вот и выход. Да, все так запутано. Пойди разберись. Эта панда выглядит недружелюбной. А давайте барабанчики дадим. А, ей не понравился барабанчик. Нифига себе, панда какая злая. Ладно. Давайте так, у нас здесь дорога была А. Давайте выберем буковку А, конечно же. Так, идем. Все, прошли. Так, а панде? Панде давайте дадим колесо. О, с колесом она решила играться, нифига себе. Вот это панда. Хорошо, что здесь два, как бы серия не сильно такая сложная. А добро пожаловать в потрясающий цирк. Выступающие готовы? А вот наш первый выступающий. Ой, тигра. Тигренок, он добрый или злой? Давайте оденем маску. А, ей не понравилась маска, начала агриться. Ладно, давайте попробуем еще раз. Так, выступающие готовы? Так, девчонка вышла вперед. О, вот наш первый выступающий. Ага, давайте используем туда огненное кольцо. О, медведь идет. А наш второй выступающий. Ох, медведь, что же делать с медведем? Давайте дадим ему шарики. А, нет, я думал... А, смотри, какой он злой. Так, а что, ему шарики не понравились, что ли? Ладно. Давайте еще раз попробуем. Добро пожаловать в цирк. Выступающие готовы. И тут выходит наша девушка. Так, с тигром. Что мы делаем с тигром? С тигром давайте вот это вот, огненный шар. О, пробежал, молодец. Пробежал у нас. Так, что же делать с медведем? Давайте тогда, знаете, медведю дадим игрушку. О, смотри, он злится. Но одеваться ему некуда. Так, клоун. Особый гость, мистер клоун. Давайте книги ему дадим. Нет. Да, получилось, ребята. Нифига себе, круто. Прошли мы уровень. Давайте дальше посмотрим что-нибудь. Какое задание будет дальше? 64-й у нас уже уровень. Так, добро пожаловать на акробатическое представление. Поприветствуйте громко выступающих. Что здесь делать? Либо палочку, либо шарик. Ну, давайте шарик возьмем. Так, получается у нас? А, нет, шарик лопнул, и девочка у нас упала. А, добро пожаловать. Ага. Давайте возьмем шест. Да, с шестом она прошла. Молодец. Так, а здесь же что сделать? Либо паук, либо качельку. Давайте используем качельку. Ой-ой-ой, какая она низкая. Надо было взять паука нам. Да, ну что-то я не подумал, что паук нам поможет. Так, давайте возьмем палочку. Так, а здесь возьмем паука. Ох, нифига, молодец. Невероятно и очень здорово. А здесь что? Либо прыгалку, либо... Давай вот эту возьмем, что это такое, я не знаю. А, Джек какой-то.
подъемник, подъемник. Ладно. Сейчас быстренько это все промотаем. Так, ага. Тут возьмем шест. Такую палочку. Взгляни-ка на натянутый канат. Здесь возьмем мы, ребята, паука. Так, она стала как человек-паук такая. Здорово, невероятно. А здесь мы возьмем прыгалку. О, видишь, прыгалка. Прыгалка получилась. Какое замечательное представление. Прям супер. Дальше. 65-й уровень у нас. Так, в цирке, да, у нас это все будет проходить дело? А не стоит нервничать. Давайте начнем представление. Ну давай волшебную. Давай шляпу я одену. Опа. Бум. Отлично. Так, хорошо. Палочка, почему я в бочке? Давайте используем нож. Опа, 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 опа. О, да, хорошо. Но ножи нам спасли. Так, и здесь возьмем бабочку. Почему-то я хочу именно бабочку. Превращение как у красивой бабочки. Ух ты, потрясающе, ребята. Да, прошли. Мы прошли, ни разу не ошиблись. Так, 66 уровень, ребята. А теперь мы уже сами представление будем производить. Столы перевернулись. Давайте возьмем лягушку. Превратим его в лягушку. Нет, неправильно в лягушку превращать. Тогда что-то другое выберем. Давайте выберем бочку. Посадим его в бочку. На, садись в бочку, чувак. О, хорошо. Все, он исчез. Так, песик. Что делать с песиком? Давайте дадим ему сосиску. На, сосиску. Кушай. О, прикол. Да, получилось у нас. Так, зомбарь, зомбарь. Что делать с зомбарем? Давайте вот эту вот качельку используем. Кровь. А, теперь я в безопасности. Мы спасли, представляешь, паренька. Уровень. Ох, нифига, граф. Сам граф Дракула. Вампир. Ребята, конечно, дадим ему чеснок. А, да. Получилось, получилось. Чесночком. Теперь ты попался. Что делать? Давайте посветим на него фонариком. Нет, не получилось. А, он надел очки. Ах ты, ё-моё, такой вот жук. А, жук навозный. Тогда будем по-другому немножко делать. А, так, здесь мы бросаем ему чеснок. Все. Дальше мы будем использовать кетчуп. Кетчуп. Вот, он думает, что это кровь и кушает. Ну, пусть кушает кетчуп. Эй, а ты что, уже наелся, что ли? Ты действуешь мне на нервы. Да мы тебя спылесосим сейчас. На. Все, получилось. Плохо быть вампиром, было написано. Так, дальше. Следующая серия у нас 68 уровень. Так, где-то мы идем. Ох, нифига. Сундук. Давайте ключик используем. О, оно съело ключ. Нифига себе. А черт, как тогда пройти этот уровень, я не знаю. Что делать с сундуком, ребята? Давайте используем кошелек. А, он сел в кошелек и дал волшебную палочку. Спасибо. А давай попробуем эту палочку. Сделаем вихрь. О, нет, надо было огонь выбрать. Почему огонь-то? Не знаю, где логика? Ну, логики в этой игре, конечно же, очень мало, поэтому... Здесь сундуку мы отдаем кошелек. Так, получаем волшебную палочку. Идем дальше. Давайте выберем огонь. Ох, нифига там пламя. Она сама не сгорела под этим пламенем. Медуза. Так, что делаем? Конечно, зеркало ей даем. На, смотри. Да, конечно.
Почему нет? Почему нет? Оно должно было в зеркало посмотреть и превратиться в камень. В камень. Ладно, давайте еще раз попробуем пройти. Странному сундуку мы даем странный предмет. Это кошелек, нелогично. Волшебную палочку идем дальше. Вызываем огонь. Что тоже странно. Сгорает полностью наше дерево. А, надо было избавиться от дерева. Типа препятствие стоит. Так, Медузе, давай оденем шляпу ей. Все. Она ничего не может сделать. Ей нужно снять шляпу. Не знаю зачем. Ладно, идем дальше. 69 уровень. Ух ты, водопад. Огромное озеро, ребята. Давайте заморозим озеро. Так, идет снег. Вот, замечательно. Озеро замерзло, и мы идем по льду. Ого, быстро же похолодало. Давайте разведем костер. О, сейчас все растает. А, растаяло все, конечно. Как же я так не подумал-то. Оно все растаяло. Здесь мы выбираем, ребята. А если кувшинку взять? Опля, на кувшинку прыгнули и утонули. А чё ж ты одну кувшинку сделала? Было их там 1000 кувшинок сделать. Ну что ж, дорогие друзья. Если тебе понравилась серия, то обязательно ставь лайк этому видео. Ну, а мы продолжим снимать завтра. Ролик выйдет новый. Так что обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые серии. Всем пока-пока.